вот тут Лили пытается достать провод спрятанный и сидит на нагреваемой рефлектором дощечке. В общем, что я хотела, собственно, показать, раз Лили так хорошо сидит, так это заячьи когти. Выглядят они довольно короткими, но на самом деле большая часть когтя спрятана под шерстью. Вот он довольно длинный. Там еще продолжение не видно. В природе зайцы, понятно, когти практически не стачивают об землю. И они у них еще более острые. К сожалению, у меня нет природника, чтобы показать его коготочки. Но когда он в следующий раз приедет, я обязательно покажу. И как суть, когда люди со стороны смотрят на боксирование зайцев во время гона, ну, им кажется это весьма забавным. На самом деле, когда по вам проходятся такие когти, веселого довольно мало. Особенно, когда заяц это делает со всей силы. И еще активно помогает себе зубами. Как я раньше говорила, зайцы крайне редко кусаются, но гон – это исключение. Поэтому, когда заяц во время полового созревания начинает отыгрываться на владельцах, боксируя с ними как с соперниками, так как воспринимаются они как другие зайцы, ну, ничем хорошим, как правило, это не заканчивается. Когти оставляют весьма неприятные поверхностные царапины, а зубы напротив. Визуально рана смотрится довольно небольшой, но на самом деле очень глубокая, потому что заячьи зубы, они, собственно, предназначены для перекусывания веточек, для отгрызания коры, для перетирания пищи. У них кончик зуба, он чем-то похож на ощупь, на наждачку. Кстати, когда заяц вас кусает, он кусает, ну, наверняка. Миллиметровую сетку просто раскусывают на раз-два. Сантиметровые веточки просто съедаются. Соответственно, ваш пальчик просто будет откушен. Зубки не покажешь? Зубки не покажешь, нет? Ну ладно. Ты хороший, 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 девочка, хороший-то. Я тебе, такие ужасы рассказываю. Ой, ты сама испугалась. Горлицы оценили мою шутку. Спасибо, спасибо. Горлицы замолчали. Ну, я их снимать особо не буду. Я не птичник, но мне горлицы подарили. У одного храма они активно размножаются. И они решили, что... Ну как это? У вас тут почти зоопарк. Берите вот эту парочку. Питаются они зерносмесью, ягодками, нарезанными фруктиками. Не могу сказать, что это совсем правильно, но, по-моему, весьма сносно. Клетка у них пока такая, как для попугаев, а летом они живут в вольере. Размер вольера надо у горлиц у нас 1,5 на 1,5. Высота, соответственно, метр. Итак, вернемся к заячьим зубкам. Будем смотреть зубки. Хотя во время первого осмотра я обязательно смотрю зайцам зубы по одной простой причине. Надо убедиться в том, что прикус правильный, в том, что нет у зайца малокклюзии. То есть, если у зайца зуб на зуб, так сказать, не попадает, резцы не стачиваются и в результате начинают перерастать, травмируя десна и врастая в черепушку. Но тут у зайца все нормально. Какая же ты такая худенькая, прям маленькая девочка. И, собственно, вот такие некрупненькие зайчики доводят хозяев до нервного тика. Ночной активностью, а если речь идет о самцах русаков, то и своим
скверным характером. Дайте обратить внимание, что на доске тоже следы зайчих когтей. Ну, вот так.